Всем привет! Сегодня вот у нас утро, 7 часов. Вот смотрите, сейчас я хочу показать тем, кто не верит, что самцы однолюбые, вот только что, блин, хотел заснять. Вон он, голубой, у него зеленая самка, которая сидит на 7 яйцах. Он сейчас ухаживает за желтой самкой. Сейчас она полетит на гнездо. Она уже отложила яйца от него. Вот. Кто смотрит мое видео, прекрасно знает. Вот, видите? Вот так. В первом гнезде у нее нет самца, как я говорю. У этого синего самца. Вот 9-е гнездо, там сидит самка. Вот, вот он. А он, видите, он ухаживает за второй самкой. Вот оно, первое гнездо. Он кормит эту желтую самочку. Он ее уже посадил на яйца тоже. Вот такие самцы попугаи бывают. Поэтому, если не хватает самцов, самцы, как сказать, делают свои дела с другими самочками. Молодых я, новых, которых я привез, пока. Сейчас зайду вовнутрь. Так, молодежи опять уже вылетело много. Много вот этой остатки. Сейчас отстрою. Вот мой молоденький сидит. Короче, молодых надо скоро уже опять. Вон там у молоденький. Молодняк повылетал уже. Надо будет их пересаживать в вольеру на улице. Вот, вот, вот. Вон он уже вылазит. Вот первое гнездо. Вот который сейчас только что. Синий самец кормил самочку. Вот оно. Кто смотрит видео, всегда я говорил, что вот у этих двух это 100% нет самцов. Вот сейчас я с утра рано, где-то часов 7. Сейчас я зашел кормить. И вот смотрю, они как раз за самками ухаживают утром. Вот заснял. Чтоб все видели, что это не мои простые слова. Это серьезно так. Вот сейчас открою гнездо. Вот она, самочка. Видите, раз, два. Вот 5 яиц. Видно на камеру. Вот, вот он ее огулял, и посмотрим. Этот, вот этот синий, вот он. Вот он, фраер. У него... Даже, по-моему, 3 самки, он еще за белой бегал. Вот такие дела. Поэтому самцы, говорю, когда не хватает самцов у самочек, хорошие самцы, они делают свои дела. Вот привезенный новый, но пока что-то тишина. Ну, пока, правда, второй день, по-моему, да. Они еще ни за кем не ухаживают. Вот он, молодежь сидит. Вот он, молоденький, только вылетел. А, да, недавно приехали покупатели, зашли, ну, смотрели попугайчиков, и молодой один птенец сильно взлетел, только вылетел, видимо, с гнезда ударился вот об стекло и разбился, блин. Так что было 33 птенца, осталось 32. Такое тоже вот случается. У них, у молодых, нету, как бы сказать, тормоза. Он со всего маху ударился в стекло и прям упал и помер на глазах. Такое тоже бывает. Так, вот эта самочка, вот она, у которой умер самец, ну что-то она лезет к синему самцу сейчас, как, который такой же, который у нее был, таким же цветом. Ну что-то он пока на нее внимания не обращает, вот это, вот она желто-зеленая. Так, ладно, ладно. А вот, а видите, вот где первое гнездо, там белый самец. Нет. Ну, он как белой самочкой конкретно там какой-то самец. Что-то какой-то шум в гнезде. Ну-ка, сейчас посмотрим. Птенцы в гнездах уже махают крыльями, учатся летать. Птенцы. Ладно, всех еще раз с праздником. Сегодня великий праздник, 9 мая.
Ладно, всем пока. Скоро увидимся.